Итак, начнем. Имя? Я Итан. Итан Уинтерс. Прошло 3 года после событий в доме Бейкеров. Я искал свою жену, она пропала. Потом пришло письмо. Она просила приехать, и вот так я оказался в жуткой глуши, в Луизиане. Я узнал, что Мию держали в темном подвале. У нее помутился разум. Она напала на меня, словно бешеный зверь. Позже я узнал, что она заражена какой-то необычной плесенью. Я перерыл весь дом, чтобы найти лекарство, вакцину, что-нибудь. И обитатели дома заразились. Они перестали быть людьми. Источником заразы было биооружие в облике девочки. Ее звали Эвелина. Отбившись от семьи монстров, я сумел вылечить Мию сывороткой. Потом пришел Крис Редфилд со своим отрядом, и они спасли нас. Этого хватит? Я больше не хочу вспоминать о том, что случилось. Все кончено. Всем привет, мои дорогие виноградинки. Вы на канале Кишмиш Плей, меня зовут Иван, а мы сегодня с вами начинаем прохождение Resident Evil. Village. Вы только что посмотрели краткое изложение предыдущей части, я в нее лично не играл, но видел. Играть как-то не сильно хотелось, а вот Village мне прям очень хотелось поиграть. Так, мы, собственно, начинаем игру. Я небольшие настроечки-то выставил так, вибрация включена, тип управления. Ну, пока не будем трогать, оставим все стандартное. Инверсии не надо, настройки игры... тоже, короче, стандартно. О, трассировочка лучей. Конечно. Все, включилось, да? Ну, пускай будет трассировка. Посмотрим, насколько это нам повлияет. Я думаю, что ничего. Так, давай мы вот сразу вот так вот сделаем, чтобы у нас громкость речи... Я всегда громкость речи чуть-чуть больше делаю. Динамический диапазон вообще давай узкий. Узкий, все. Ну, я хотел бы вообще выключить динамический нахрен диапазон. Чтобы ты понял, знаешь, что такое динамический диапазон? Это если... Когда тихо, что-то тихое происходит тихо, а что-то громкое орёт просто в уши. И получается, ты бы мог там шорох не слышать, а ор у тебя бы разорвал твой этот виртуальный объемный звук для наушников. Пускай будет, короче, все повключал. Новые, а бонусы? Бонусы нам дадут какие-нибудь? Видео какое-то дали. Ролик из селения... Да, потом посмотрим. Новая игра. Обычно начнем. Начнем с обычной, наверное. Не потяну, поставлю низкую. Если что, поставлю низкую, если не потяну. Жуткая деревня. Озвучивать не надо. Одна девочка пошла с мамой за ягодами для папы. Слушаем сказку. Который много работал. Лес встретил их тьмой, холодным безмолвием и пустыми кустами. Но шалунье хотелось ягод. Она бросила мамину руку и исчезла среди деревьев. Крики мамы остались позади, а девочка все бежала через лозы и ветки в самую чащу леса. Ощутив на себе взор, девочка вспомнила страшные мамины сказки, и в горле у нее пересохло. Но явился не топырь. Он поздоровался и надкусил свое крыло. «Ну же, дитя, утоли свою жажду!» – сказал он. Она испила густой темной крови и радостно улыбнулась. Не стоило, наверное, она пить вышла кровь. На кладбище. Над ним сгустились жуткие облака, а воздух стал ледяным. Девочка замерзла и поежилась. Тогда возник темный ткач и одним щелчком пальцев превратил туманную дымку в чудесное платье. «Ну же, дитя, согрейся!» – позвал он. Она надела платье и радостно улыбнулась.
Я бы не стал пить кровь какой-то летучей мыши. Девочка в каком-то лесу. Не стоило вообще. И, рассекая зловещие волны глубокого моря, направилась домой. Но ее терзал голод, а на душе стало тяжко. Тогда ей явился царь морей и предложил ей один из плавников. «Ну же, дитя, утоли голод!» Девочка поела и вновь радостно улыбнулась. Показатель того, как можно принять очень много неверных решений друг за другом. В самом сердце леса. Тут явился железный скакун с чудесной золотой шестеренкой. Существо не сказало и слова, когда девочка схватила вещь, которую приняла за подарок. А это был не подарок. Скакун рассердился и призвал жутких монстров. Девочка пришла в ужас, но тут над чудовищами пронесся вихрь. Пред ней явилась ведьма, мрачная, но величавая. Просто, блядь, множество неверных решений друг за другом. Сполна, о, Мия! Привет, теперь Мия! Теперь ты нам должна. И ведьма заперла девочку в зеркале. Хорошие сказки детям рассказывать. Прям это, знаешь, жизненный урок. Все. Никогда не бери в долг. Будешь должен, всегда. Что за жуткая сказка? Шуткая сказка. Ей же 6 месяцев. Она не запомнит ничего. 6 месяцев у нее там вообще никакой памяти. Снежным сказали, это местная сказка. Такой фольклор. Красивая книга, очень красивая. Ну и Роза-то не против. Да, ей вообще нормально. Потому что не понимает. И слава богу. Ей можно все что угодно помнишь, рассказывать. Мы уехали, чтобы избавить ее от этого. Да, я это прекрасно помню. Мия, ты чё? Ты параноик. Да что-то не... ты как это рисковато немножко. А, ладно, прости. Но я не параноик. Я осторожен. Ну, тогда осторожно неси дочь спать. Хорошо. Так, Мия жена, Роза ребенок. Понятно. Запомнили. Это вот Мия, это та девушка, которую держали там в плену в каком-то странном доме. Она была заражена странными спорами. Все хорошо, Роза. Все замечательно. Твоя мама боится прошлого. Ее можно понять. Ну, конечно, слушай. Там на самом деле она такую жесть пережила, просто пипец. Осмотреться. Ты что-то сказал? Ничего, сейчас уложу. Ничего. Ничего не сказал. Так, идти. Слушай, а если так вот посмотреть, чисто навскидочку, очень такой уютный домик у них. Очень уютный домичек. Дай-ка я его осмотрю, что у них тут вообще. Прям такая, знаешь, приход... Ну, уютный. Он большой, просторный. Много всего здесь. И он уютный. Бывают такие, знаешь... Бывают дома прям неуютные. Вот как-то сделают, и ты прям смотришь на это все такое, фу, блин. А тут прям цветов много. Мне нравится. Хороший интерьерчик. Обстановочка прям огонь. О, салфеточку. Дай мне салфеточку взять. Изучить. Мы эти салфетки 100 лет... 100 лет выбирали салфетки. Так, ладно. Ладно. Ладненько. Коридорчик такой, слушай, кавы... Ну, очень так, знаешь... Уютно. Бля, я уже 100 раз это слово сказал, но мне почему-то очень понравился этот дом. Тихо, 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 Роза. Спокойно, спокойно. Мама тебе рассказала страшную сказку, мы больше такой... Я уже сказал маме, что эта книга для тебя слишком, слишком страшная. Да, не надо тебе рассказывать эти кошмары. Зачем? Ты, я думаю, что если мы играем в Resident Evil, скоро все эти кошмары увидишь воочию, скорее всего. Может быть, не эти, может быть, какие-нибудь другие. О, так, подожди, нам в душ не надо. Душевая кабина. Могли бы сюда же, кстати, ванну поставить, на самом деле. Душевая кабина... Я не знаю. В такой большой дом, я думаю, нужна прям ванная. О! Мы с твоей мамой обожаем эту песню. Бля, какая шкатулка крутецкая. Так, а куда мне идти, блядь? Мне надо весь дом почти найти. Почти пришли. А, почти пришли. Все, я верно пошел, значит. Верно, значит, я пошел. Ну, детская. Это детская? Или это спальня просто? Не, подожди, так это спальня, наверное. А здесь детская кроватка. Все, я понял. А потом где-то будет детская. Ну, вот другая так, комната. Солнышко. Не волнуйся. Я буду внизу. Папа защитит тебя от чудищ из сказки. Ага, хорошо, все. Ну, все, ребеночка уложили, все. Пойдем посмотрим, что это. Это типа спальня. Кабинет. Нормально. Минус знаешь какой? Проходная комната. Ну, то есть, чтобы попасть в кабинет, надо пройти через спальню. То есть, если жена будет спать, а ты будешь внизу где-нибудь находиться, то ты в кабинет попадешь только через эту комнату. Изучить. О, мы с Мией... 6 февраля 2021 года. Кстати,
Почти мой день рождения. 8 февраля у меня день рождения. Ладно. Мы с Мией опять поругались. Я случайно упомянул о том, что было 3 года назад, и она психанула. Мы, наконец, освоились на новом месте в Европе и будем растить розу. Но мне по-прежнему кажется, будто я не выбрался из того ада в Луизиане. Мия не любит обсуждать эту тему, но разве можно вот так легко все забыть и сделать вид, что ничего не было? Не лучше ли обсудить те события, чтобы мы воспитывали розу, не опасаясь возвращения прошлого? Это надо сделать хотя бы ради нее. Я знаю, Мия это тоже понимает. Она бы не вспылила, как и тогда в больнице, будь ей все равно. События немножко... эхо прошлого, скажем так. Открыть. Опа. Имя Розмари Уинтерс. Дата рождения 2.08.2020 года. Слух, зрение, проверка реакции, отклонения не выявлены. Пациент здоров. А, это карточка этой. Розы. А, ее Розмари зовут? Прикольно. Я не знал, что полное имя Розы это Розмари. Прочие отметки. БСАА проведет дополнительный анализ на грибковые патогены. А, мемориальная больница чего-то там. Все хорошо. Все хорошо, да. Нормально все, чего вздыхаешь? Пока все окей. Я так подозреваю, что это только пока. Оружие выживания, применение крупных калибров... Ты параноик, если тебя хотят убить. Применение крупнокалиберного оружия в бою. Автор Джозеф там кто-то там. Я думаю, не сильно важен нам автор. О, счастливая типа... Счастливый альбом, да? Семейный. Далее. А, слушал. А, вот так? Окей. А, это альбом типа беременности? Вот это странно. Я сейчас нажимаю, ну, типа, вправо, то есть, чтобы он перелистнул вправо. А он перелистывает назад. А чтобы вперед листнуть, надо перелистнуть этот влево. Смотри, смотри. Я, короче, чтобы нажать... Бля, это так, с обратной стороны, типа, да? То есть, ну, вот представь, я нажимаю... Блять, еще раз. Ага. Типа, дальше это сюда, по идее. Но дальше это вернется. А надо вот сюда нажимать. Странно вообще. Прикольно. Альбом беременности, короче. Ну, я думаю, что здесь прям только их... Вот бы так продолжалось вечно. Чё-то спокойно пока все. Пока все спокойно. Наслаждайся жизнью, пока все окей. А что здесь? Что вот мне интересно, что в этой части дома. Дом-то крутецкий. Темно здесь как-то. Здесь, типа, знаешь, такая уголок почитать? Подожди, стой. А тут что? Там угол вообще без ничего. Это странное решение. А, эта комната пока просто комната. Они... Надо бы тут убраться, пока Роза не начала ходить. Да. А это просто комната с хламом всяким. О, газетку почитаем. Расследование утечки газа в Далве завершено. 18 числа следователи завершили расследование утечки ядовитого газа, случившегося в городе Далве, штат Луизиана. В 2017 году и пришли к выводу, что причиной страшной трагедии стало скопление природного газа под гнилистой породой. Жертвами газа стали 57-летний Джек Бейкер и его семья. В зоне бедствия также оказались Итан Уиттерс и его жена, но где они находятся сейчас, неизвестно. Представители власти оцепили район. По их словам, должно пройти не менее 10 лет, прежде чем люди смогут туда вернуться. Это... Все напрочь забыли про это. Да, скорее всего, забыли. Но вот эта вот газета, это, короче, про события первой части. В Луизиане. Луизиана. Луизиана. Короче, мне надо, не знаю, какие-то курсы походить. У меня что-то с дикцией проблемы какие-то в последнее время. Я стал замечать, что стал хуже разговаривать. Представляешь? Ну, слушай, я надеюсь, услышал. Я тут с микрофона ворсинки убирал. Стал хуже говорить. Некоторые слова не могу выговорить. О, болванчик. Зачем я притащил сюда эту штуку? Надо будет выбросить ее. Чё, прикольный болванчик. Пускай стоит. И надо бы как-то этой штукой заняться, на самом деле. Потому что надо уметь грамотно говорить. Я в детстве когда был... Ну, как в детстве. В начальной школе я вообще плохо разговаривал. И... Ну, как нормально разговаривал по отношению... Ну, просто как ребенок. Но мама мне давала, короче, классическую литературу читать вслух. И это очень сильно прокачивает, на самом деле, твой навык разговора. И, ну, то есть это до сих пор мне где-то отражается в моей жизни, скажем так. Формирование моих мыслей в речь. Тем более я же работаю. У меня работа зависит от общения с людьми. И тоже качается. О, книжка детская. Мама принесла тебе еще книгу. Вот эта книжка лучше, чем предыдущая. Ты лучше не читай. Музычку поставим. Джазовые альбомы, несбыточная мечта молодости. Окей, слушай, классно, классно у них интерьер. Ну все, давай, короче, сюжет толкаем. Уже тут 10 минут этой ерунды бегаем. Все, да, замечательно. Как младенец. Ну, младенец спит, как младенец. Пахнет вкусно. Это что? А, не трогай. Чорба из овощей. Это местное блюдо. А, не люблю я блюда из овощей. Люблю из мяса. И вино местное.
Но если ты настроен хандрить весь вечер, тогда тебе лучше не пить. Ты зря так сильно волнуешься. Поздний ужин у них очень какой-то. Просто вот мы встретились в Луизиане. Беременность. Потом Крис перевез нас сюда. Боевые курсы. Слишком все быстро. Ну, зато теперь мы вместе. Ты, я и Роза. И теперь у нас все будет... Серьезно? Думаешь, мы сможем взять и забыть про Луизиану? Пока про нее вспоминаешь только ты, между прочим. Итан, успокойся. Просто не понимаю, почему ты так... Эй, ты чего? Это что такое? Мне выстрелили, бля? Ложись! Ложись! Уже пора бы лечь, давным-давно уже... Да ну нахер! Они убили Мию, блядь! В начале игры вы чего? Кто они, кстати? Хорош тоже вопрос. Что происходит? Озверели, что ли? Вы что напали? Они убили Мию, капец. Боже. Но после этого не выживает. Нет, она не может выжить. Кто ты? Крис? Крис? Какого черта? Это который их привез сюда? Нет! Подожди, она еще жива была. Что происходит? Кто ответит, что произошло? Что происходит? Кто скажет? Что за фигня? Крис, это тот Крис, который их сюда привез? Он же сказал. Или не Крис там был? Эй, спокойно, дядя. Блядь, ребенка не трогайте. Все чисто. Роза, отвали от моей дочери, тварь! Груз у нас, сэр. Какой груз? Ты младенец. Не смей к ней прикасаться! Итан, нет. То есть они взяли и в тупую расстреляли жену. Ну, типа, просто Все, уходите. Офигеть можно. Не, ну слушай, Криса за это надо, конечно, прям кишки выпустить, я думаю. Прям ножичком так взять и провернуть. Это пиздец какой-то. Но он привел... Подожди, он их мало того... А какая логика? Я не могу понять. Это точно тот Крис? Сейчас, секунду. Телефон звонок. Может, там что-то расскажут? Это прошлое, скорее всего. Алло. Здравствуйте, мистер Уинтерс. Я получила анализы Розы и хочу обсудить их лично. Сможете подойти в следующий четверг? Не вопрос. Мы придем. Врач звонила. Сходим к ней в четверг. Эй, хватит. Думай о хорошем. Ну же. Мы же обсуждали. Знаю. Мы только это и обсуждаем. Когда ты поймешь, что я не за Розу волнуюсь? Так что тебя тогда волнует? А за себя? Послушай, с ней все будет хорошо, я уверен. Что еще нужно? Мы нужны, Итан! Ты нужен! Но ты все... Мия, да о чем ты говоришь? Ты что-то скрываешь от меня? Давай, скажи мне. Черт. Работа. Я должен. Ворк. Лучше прикольно, ворк. Знаешь, так тупо работа написать. Мне надо тоже все это рабочие все телефоны написать. Работа. Я думаю, опа. Знаешь, как в игре, в фильме. Ворк. Короче. Ребенка украли, жену убили. И че, где он лежит? Это снег, что ли? Не понял. А. Они в аварию попали. Да, слушай, попали в аварию. О боже. Он сгорел? Что с ним? Че он черный такой весь? Черт, наконец! Доложите! Груз под защитой! Что за чушь вы несете? Где Крис Редфилд и Роза? Кто это? Это закрытый канал! Сука! То есть черт, что тут случилось? На них напали и... Я не знаю, мне вообще как-то ничего не понятно. Телефон заберешь? Бесполезно. Это. Цель операции. Устранить цель, доставить тело. Забрать Розмари Уинтерс и Итана Уинтерса. Мия была целью. Доставить обоих Уинтерсов в пункт Си для дальнейшего осмотра. Приставить к ним хотя бы двоих охранников. Цель была Мией. Ну, Мия была целью. Понятно, если вспоминать... События прошлой части, то она была заражена, но он же ее вылечил. Ладно, пойдем.
следы какие-то на снегу. Чего он так медленно идет? Это все, это максимальная скорость. Он идет. Он. Ладно, слушай. Человек в аварию попал, как бы. Человек попал в аварию, у него жену убили на глазах. Он еще в шоке, наверное, каком-то находится. Кстати, жену тоже странно убивали. В нее всадили сколько пуль, а потом она еще лежала и живая была. Была. Сейчас еще это будет... как это? Флешбэк? Не флешбэк, а... Я забыл. Скример, блядь, слово вспоминал. Скример, ёпта. Я готов, нахуй. Но я все равно испугался. Забор какой-то. Присядь. Как присесть? Присесть как? Ага. Все, я понял. Присесть. Тихо, спокойно. Спокойно. Порезался? Ладно, ничего. Ты просто порезался. Чего я так переживаю? Я порой на какие-то события не совсем адекватно реагирую. Просто порезался. Я каждый день так режусь почти. Ну ладно, за каждый день. Тихо. Сука. А если по голове бы прилетело? Все, и закончилась бы игра на этом. Да кто там ползает, блядь? О, кровь. Подожди, в смысле кровь? Это вороны мертвые. Растерзанные. Ой-ой-ой. Вот это будет страшно. Блядь, да их куча. Где вы столько ворон набрали? Блядь. Слышишь? Что-то нас ждет впереди, походу. И оружия никакого нету, как назло. Твою мать! Сука. Чуть сердце не стало. Ой-ой-ой-ой-ой, все нормально. Я знал, на что подписываюсь. Все говорили, запиши хоррор какой-нибудь. Ну, хоррор я точно никогда в жизни не запишу. Но это что-то тоже страшное, поэтому... Поэтому ладно. Да кто там, блядь? Иди сюда, заебал. Дайте мне быстро за ним пробежать. Было бы еще оружие, я бы шмальнул туда. Бесит вот эта неопределенность. Лучше выйти лицом к лицу. О, блядь, испугался. Мне нельзя так пугаться, вы что? У меня сердце проблемы. Ладно, шучу, у меня сердце какое-то, как у коня просто. Ну, страшно. Какой-то дом мы вышли. А соседи-то не... Бля, ну типа туда идет кровавый след. И мы что, пойдем туда? Ну пойдем туда, идем по кровавому... пойдем по кровавому следу. Поярче фонарик не могли дать, вообще почти нифига не видно. Блин, прикольно. Хорошо, ладно. О, что-то можно взять. Дайте, пожалуйста, я поярче фонарик. Если всю игру будет такой тусклый фонарик, то это вообще печально. А, веревка и что? И щетка какая-то? Может, это веревка и мыло, типа? Подготовлено в полочке. Воды не будет, наверное. Конечно, ну, типа, стандартная ситуация. Нет воды. Кровать какая-то, таблетосы. Не, ну слушай, это прям антуражик такой вот прям... Ну, они сказали, они в Европе, поэтому да, такой очень... Блять. Тихо. Спокойно. Очень такая... европейская обстановка, скажем так. Европейская деревня. Нормально все. Я думал, сейчас будет скримак. Так, ладно, скримак нас ждет впереди. Иди сюда, все. Надоели. Где ты, блять? О. Не, подожди, фонарик это просто лишь. А тут. А, ну тут тупик, понятно. В подвал, блядь, конечно. Чучело кто-то делает из животных. Таксидермией занимается. Немножко балуется таксидермией, ясно. Кто-то здесь ел? А чем там сверху не покушать? Мне кажется, кого-то здесь держали просто. Ну, ты против своей воли. Затягивается вот это вот все страх. Кто, где шароебец? Так тут тупик. А, вон все кровью измазано. Ладно, мы сейчас что-нибудь увидим интересное. Не. А сейчас скримак. Вот я разворачиваюсь, и там скримак. Нет. Странно. Я жду подвоха просто, понимаешь?
Я жду подвоха, чтобы... Готов ко всему, короче. К этому я не был готов. Кто-то сверху? Хотел бы я сказать... Ну, логически было бы выключить фонарик, но лучше не выключать фонарик. Изучить. Ой, ёпта, так это что? Сброс, закрыть. Сброс в эту. Это икона, типа, какая-то. Это очень странная икона. Какая-то супер странная икона. Только всяких сектантов не хватало, фанатиков. Ёпта, так это вообще страх будет. Они обычно самые жуткие. Давай уже, выходи на меня. А, тут ты мне все закрыл, проход, окей. А куда мне выбраться? А, снизу. Нельзя? Можно, тише. А вот сейчас я буду вылазить. Кровь, ну это кровь, я понял. Мы все поняли, что это кровь. Кто это сделал? Кто? Я надеюсь, тот, с кем мы не встретимся. И фонарик выключил, блядь. А ну типа чё, уже светло, зачем тебе фонарик, да? Ну мы тут зашли. О-о-о. А, ну это где веревка с мылом? Не, мне сейчас поспокойнее. Вот когда хотя бы чуть-чуть посветлее, уже поспокойнее. Потому что этот фонарик вообще почти нифига не освещал. Мы идем по следам того, кто это сделал, да? Просто вперед. А, так даже прыгать не надо. Просто вперед нажимаешь и все. Просто двигаешься вперед. Веревка. И что это? Просто веревка? Ну ладно. О, я теперь могу бегать. Наконец-то. Я раньше времени, конечно, узнал, как бегать, но ладно. Черт, где я? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Следующий хороший вопрос. Где твоя жена? Ой, жена. Ну, жена мертва. Где твоя дочь? Тоже следующий хороший вопрос. А, все, это мне отрезали путь назад, короче. Назад я не вернусь, если что. Кто коня завалил? Охренеть. Причем довольно давно, уже глаза белые. Яйца какие-то. Какие здоровые яйца, ты чё? Они такие не бывают. Так яйца страуса, а не курицы просто. Хорошо, ладно. Деревня, я так понял. Мы в какую-то деревню пришли. Может, они отошли? Куда? Замок несложный. В смысле замок несложный? А чем мне взломать замок несложный? Мне должны типа отмычку дать какую-нибудь? Надо все обыскивать, надо все. Борщец? Может навернуть борщеца? Знаешь такое, может они отошли, и тут как бы разъеб полнейший, кусок из стены вырван. Угу. И тупик? Подожди, а чем мне открыть несложный замок? Собственно говоря-то. Ничем. Пока ничем. Пока ничем я не открою. Ну, тут типа что мы ловим? Там наловить нечего, идем дальше. Кто коня спиздил, блядь? Мало того, что убили, так еще и спиздили. И то есть, понимаешь, у него есть сила тянуть коня. Как бы конь-то весит до хера килограммчиков. А у меня даже оружия нет. Тачку кто-то перевернул. Полнейший какой-то здесь вообще беспредел. Беспределище просто какое-то происходит. Давай двор осмотрим. Туда можно пройти? А, ну там тупик, все. Ну красиво, слушай. Прям такая локация очень интересная. Такая, по-домашнему выглядит. Там я вижу как бы козлиные головы отрубленные. Что-то мне не хочется идти. Давай сюда сходим. Давай сходим сюда. Разрушенный дом, окей. Что я ищу, вопрос? Хороший, важный вопрос, чтобы мне такого найти. О, туалет. Занято. Туалет занят, все, не надо, я понял, идем в другой. Мне бы как раз вытряхнуть сейчас из штанов не помешало бы. О, тихо. А что это, так потолка нету, кто надо мной там ползает, мне расскажи. Оружие какое-нибудь, хотя бы ножик какой-нибудь. Ножик точно должен где-нибудь лежать. Откуда это здесь? Ну явно кто-то
Явно кто-то принес. Ну, явно тут дети были. Ребенок как минимум один. Явно как минимум один ребенок там был. А где кто? Я не вижу, кто там прыгал. Кто лазил по крыше? А, do not enter. Хорошо, я понял. Тут нет прохода. Прохода тут нет. Так, ладно, подожди. Я понимаю, что это мы сейчас куда-то не в ту сторону пошли, в плане того, что я, ну, направо ушел. Надо идти прямо, где головы козлиные. Стопудово. Это для нас подготовили. То есть туда утянули коняху. И, скорее всего, где-то нас там ждет ответ, что здесь происходит. О, трактор почти рабочий. Что случилось? Не знаю. Хороший вопрос, Итан. Итан, вопрос просто отличный. О, кладбище, мастерская, место ритуала. О, место ритуала, нормально. Просто, знаешь, такой указатель в деревне. Место ритуала направо, 300 метров, пожалуйста. Для совершения ритуала несите с собой курицу. Хорошо, если курицу. Ясно, вот мне показывает игра, куда мне нужно идти. Здесь горит огонь. Какая красивая решетка. О, и записочка. Заперто, хозяин отсутствует. И замок. Угу. Окей. Ты смотри, какая это? Ну прям решетка, нихера себе для курятника, да? Так, ладно. Включай фонарик. Нихера не видно. Яркость в игре, что ли, побольше крутануть? Если он без фонарика будет по таким местам шариться, то... Спокойно. Нож возьми. Во. Хорош. Нож, отлично. Атаковать. Ну все, сука, вылазь. Все просто убежали из дома? Или их убили. Или их убили. Как вариант, их могли убить. Не исключаем. Но у меня есть ножик, мне уже не так страшно. Если честно, уже хоть какое-то у меня оружие есть. Откуда ты, сука, выкатилась? Оттуда? Погнали. Давай, вылазь, блядь. Чё катсцена? Я хотел с ножом туда пойти. Меня сейчас пугать будут катсцены. Нет, ну-ка. Нет, я свой, свой. Ух, блядь, ты чё, дядя? С кем пришёл? С дробовика шмальнул. Там на дороге была авария и... Опа, кто шумит? Что происходит? Я не... Дед, перезаряжай ружьё. Или мне его лучше отдай? О, нет. Они здесь. Кто они? Кто? И что это было? Оружие. Что? Есть с собой оружие. Нож только есть. Нет, откуда? О, хорош, дед, стоит. Молодца. Бери. Бери пистолет быстрей. Бери. Дед молодцом. Вот это прямо хороший подход. Что здесь творится? Ничего хорошего. Эй, ты меня слышишь? Эй! Норм. Это, наверное, тот, кто... Что за... Так, пистолетом ты, может, выстрелишь туда? Ну, как бы кровь капает, значит, там кто-то есть. А, сука! Вот, ну, хорошо, я понял. То есть меня снизит. Деда сверху, это меня снизит. Пистолет в руки возьми. Руки. Пистолет. Ой, сука. Подожди, так мертвец. Это... Мертвец. Да, мертвец. И не один, я прям смотри, сколько их. Стоп, тут еще. Их прям куча, наверное, будет. О, оружие, все, наконец-то у меня есть пистолет. Всего лишь 20 патронов, ну ладно. Мне рассказывали, что в Резиденте надо как бы боеприпас-то экономить. Боеприпас экономить надо. Так это точно такой же труп, как и был до этого. Господи боже. Я же говорил, всех убили. Ну, вряд ли, не надо было исключать того, что всех убили, вот да всех и убили. Что за хрень тут творится? Ничего хорошего. Ничего хорошего. Ты же все-таки не в Симсы сейчас играешь, родной, Итан, ты, блядь, в этом, в Резиденте. Опа, она! Это тот, кто меня сюда притянул. Пушку достань, пушку, блядь, достань. Сука ты, а? Да отвали! А, зашибись. Ты мне решил пальцы откусить? Скотина. Все, у меня пальцев нет. О, это какие-то вампирюги-зверюги. А что я дальше буду делать без пальцев? Черт! Охуеть, без куска руки даже, не то что без пальцев. Что это, блядь, было? Красиво с самого начала игры сделали калекой. Пушку достань, ты, ёпта, у тебя пушка есть. А ну назад. А ну, назад. О. Хорош.
Тихо. Мне надо какой-нибудь этот. А, блок. Не туда. Блок надо что? Блок на другую кнопку. Я блок не понял, какую ставить. Все, разобрались. Ну, подходи. Тихо, спокойно. Да, блядь, не выцели его. Я не успел блок поставить. Я хочу патроны сэкономить. Но, видимо, придется садить просто куда есть. Слушай, целиться с геймпада прям тяжко. А, еще и перезарядка. Он меня сейчас убьет. Первый бой, и все. И мы на этом закончили, короче. У меня уже красная хпшка. Ай-яй-яй-яй-яй. Сколько ему патронов надо? Я уже пару раз в голову попал. Как минимум уже третий раз точно в голову стал. Да, блядь, я ж блок жал. Хана. Давай заново с последней сохранялочки, потому что первый бой тупо не вывез. Сука. Какого черта? Все патроны в ноль. Ладно, последний я уже бил с этого. Перезапустить давай. Начать с последней точки. Ну ты что, 20 патронов на одного? Но мне сказали, мне говорят, надо беречь. Я все 20 высадил. Я не понял, как блок ставить. О, карта документы. Мне, кстати, новую подсказку дали. Да все, я понял. Отстань от меня, зверюга. Блок. ЛБ. Подожди. А, блядь, не на ту нажимал. Не на ту нажимал на блок. Ух ты, блядь, ты прям ускакиваешь от выстрела, сучара. Блядь, да 4 патрона осталось. Вот он блок. А мне 2 патрона. И что дальше? Ну давай. Слушай, ты сейчас заметил, что я вообще попадал куда угодно, только не в голову. И получается так, что мне нужно было все по 20 патронов высадить. Зря, кстати, перезагружался. Карта. Карта, документы, прикольно. Первый этаж. А документы, что в документах? 9 февраля, рассвет, какой-то лес. Это был самый обычный вечер, но потом в дом ворвался Крис Редфилд. И уничтожил нашу семью. Он забрал Розу, убил Мию у меня на глазах. Меня оглушили, я сейчас черт знает где, в каком-то лесу, что вообще происходит. Документы, результаты медосмотра, описание операции, дневник Итана. Но мы это все читали. Вырезка из старой газеты. Все, мы это все читали. Подсказки. Почитайте дневник Итана, чтобы освежить в памяти произошедшие события. Листайте с помощью, меняйте категорию. Окей. А, это не все подсказки. Подожди. Перезарядка. Блокировка. Хорошо. Присесть или встать. Прицел, атака. Окей. Все понятно, все ясно, все предельно замечательно. Я тебе скажу, тяжело, кстати, по зомби, который уклоняется, стрелять с геймпада, блядь. Это просто очень тяжело. Патроны дадут мне? Реагент. Хорошо, спасибо. Не знаю, зачем это. О, слушай, это прям это... Выпустили же, типа, недавно какую-то игру, типа Тетрис, в котором нужно было все вещи укладывать в этом. О, можно лекарство создать, трава и реагент. А патроны можно создать, порох и ржавые обломки. Офигеть, можно патроны лепить самому. Сюжетное, семейное фото. Сокровища. Сокровищ нету. Прикол. Прикол, конечно. Прикольно. О, вот и трава. Все, я понял. Это по-любому бы я так долго с ним возился. Вот я думал, что это я лох такой, что он не умирает. 20 патронов высадил. Я надеюсь, что нету людей, которые убили его там с 3 пулек. А мучились так же, как и я. А то это будет, конечно, полный провал. Так, ладно, патронов нету. Но у деда, наверное, может, где заначка есть. Тихо. Я-то без патронов уже все, я уже не такой смелый. А ножиком как махать? Окей. Ну, я не понял, как махать ножиком. Болторез. Хорошо, спасибо. Сюжетные предметы находятся в снаряжении. Где? А, сюжетная. Слушай, а в каких-то частях они вот эти сюжетные пихали в общий объем, и они прям занимали место. Переместить.
Прикольно. Типа, давай оружие снизу размещу, пока я не знаю. Не, подожди. Хочу пистолет сверху. Ножик пока... А во, ножик достать вот так. Ёпта, так вот, я мог с ножиком его почикать. И патроны не тратить. Чё я патроны потратил все? Все патроны потратил. Дальше идем. Мне ну, а, здесь уже не пройти, окей. Зато у меня появился болторез. Зато у меня появился болторезик. Хорошо, что я вернулся так бы. Подожди, и что? Карта все равно красная. Я знаю, что в резиденте, если ты что-то там не обыскал, то карта как бы это. Ну, красная остается. То есть надо, чтобы она синяя стала. То есть у меня за спиной вот это полностью все синенькое. Значит, я там все нашел. А здесь я, значит, нашел не все. Значит, блядь, ищем дальше. Значит, ищем дальше. Че у меня тут? Че я не взял? Неужели я тут что-то забыл? А дальше просто не пройти назад. Ну, типа, назад-то дороги нет. У меня уже все, его перекрыли. Ну и все, у меня осталась одна комната. Ладно, есть подозрение. А, мы сможем открыть болторез? Болторез. Все, огонь. Мы сейчас с другой стороны обойдем и зайдем опять в ту часть помещения, потому что как-то так все очень быстро произошло. Я бы патроны хотел, конечно, бы найти. Патроны я бы хотел... А, слушай, подожди, мы здесь можем увидеть, кстати, как пройти. Пока никак. Железный ключ с отметкой, замок. Прикольно. Окей, погнали. Посмотрим, как с ножиком чикаться с этими ребятами. То есть с пистолетом было тяжело, может, с ножиком просто. Удержать. Вы можете забаррикадировать дверь стеллажом? Зачем? Ну ладно. Я не понимаю, зачем это нужно, ну пускай будет. Мы вроде как... А, сука. Я думал, опять схватили. То есть второй раз он не выдержит мой спуск. Мой спуск, он не выйдет. О, потом! Ёпта мать! Ой, падла! Патроны для 9 мм для пистолета. Сычара. Это, блядь, специально. О, реагент. Ты сейчас сюда залезешь? А что он мне хочет? Изготавливайте. А, изготавливайте это. Он мне хочет научить изготавливать. Я могу изготовить 5 патронов. А могу изготовить... Давай изготовим 5 патронов. А, не, не могу изготовить. А сколько нужно? А, у меня 0. А вот это можно, могу сделать. Все, лекарство есть. У меня есть, если что, одно лекарство. Мне дали ачивочку. Подмастерье. Ты, кстати, видишь это все. Я по привычке озвучиваю, а ты уж уже все это видишь. И все это не вылезешь сюда? Сука. Где он бушует? Снизу? Ладно, пойдем его чикать. А, вот зачем мы дверь за это, за деррикадировали. На, в голову. Давай, подойди сюда, скотина. Прячется, они прям умные, офигеть, вот это тяжело. С умными врагами всегда тяжело, на самом деле. Два раза в голову. И третий раз в голову. А сколько им нужно, блядь? Ой, он еще с каким-то ручным оружием. Четвертый раз в голову. И пятый раз в голову. Не, слушай, это я понял, это какие-то бессмертные. Пускай там себе дальше шутка. А, уже залезли внутрь. Ну давай ножиком. Сука, не успел нажать. Не успел нажать блок, он меня успел укусить. Мне надо просто отследить все их... Все варианты, как бы, решения вопроса надо решить. Я ему в грудах стреляю, надо в голову, ну, типа. О, восстановить здоровье. А, лекарства я сделал. А у меня больше нет лекарства. Ну, давай. Пошел нахуй, успел. Иди сюда. Ну, давай нахуй, подходи, блядь. Не успел нажать. А больше лекарств нету просто, понимаешь? Если я сейчас умру, то я снова умру. Умру снова, короче. Заел. О, монеты какие-то. А я что-то покупать буду? Хорошо, спасибо. Так, радио. Это... Все? Нет. Еще патроны. 5 целых патронов. Короче, патроны будут улетать, просто ты видишь. Одна перестрелка и все.
Патронов нет. Если кто-нибудь из вас выжил, идите к моему... К чему? Луизы, на краю поля. На краю поля, все понятно. Дом Луизы на краю поля. Представляешь, здесь люди жили, блядь, а потом вот это у них все произошло. Это можно сломать? Как-то странно, то есть я одного убиваю, а все остальные такие типа, не, ну лады, слушай, все, хорош, хорош к нему лезть, как бы, нормальный парень, давай немножко его оставим в покое. К дом Луизы на краю поля, но я еще здесь все не обыскал, не смотрел. А, все, синенькое. Эй, подожди, первый этаж мне нужен. Блядь. Все, деревня. А куда идти? У нас еще остались тут необысканные эти, необысканные, необычные. Во. Не полностью осмотренное здание. Я хотел бы их полностью осмотреть. Открой мне дверь, я выйду, пожалуйста. А чё они дверь закрыли? Я не помню, чтобы я за собой дверь закрывал. И как бы на минуточку чувак ходит без куска руки. Ну то есть это все я делал без куска руки. Они мне проход открыли, то есть здесь не было. Здесь был забор стоял. Здесь не было... Ну, обвалено было, там некуда было идти. Я тут что-нибудь найду? 7 патронов у меня, если что. Я перезарядил, все хорошо. Заперто с другой стороны. А кто там рычит? Опять эти черти? Это какие-то то ли зомби... Оборотни, кстати. Вот как оборотни они. Вот они оборотни, точно. Бывшие люди, все дела. А, вон сидит, блядь. А, о, сидит. Нормально. Так, ёпта, мне туда, наверное, надо. Мне, то есть, чтобы туда пройти, надо с ним посражаться. А как я сейчас это сделаю? У меня 7 патронов осталось. Им надо, блядь, 20 на одного. Ёбаный рот. Они чё ждут-то? Чё ждёте? Странно, что они не нападают на самом деле. Бежать. Я понял. Бежать, бежать, бежать. Говорят, бежать, я бегу. Сука. Все. Сука, я понял. Блять, уж точно. Переживите атаку. Ха-ха! 10 патронов. 0 патронов. Хорош. Бежали. Пережить атаку. Мне не сказано, типа, сражаться с ними. Мне сказано его пережить, блядь. А у меня нету ни аптечки, ничего. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Зря я... Трава взять. Погнали. Я могу на ходу как-то крафтить, нет? Ой, тупик. Нет, не тупик. Иди-ка сюда. Хорош. Чук-чук. Патроны заряжай. Заряжай все, что есть. У меня, если что, только 2 патрона. Готов. Да сколько можно? Порох взял. Откуда? Все, патронов нет больше. Подожди. Подожди, блядь, мы не такие нахуй. Не так... Ой, не туда. Не так просто нас... А, на Y. Не так уж и просто нас как бы достать. А, я не могу сделать патроны для дробовика. Ладно, значит нас просто достать. Все, ноль всего. Лекарство могу сделать. Все, предмет создан. Если что, я хотя бы с лекарством. Изучить. Полным-полно муки, порох. Ладно, ножич. Восстановить здоровье. А, слушай, а чё я это на месте стою? Надо бежать. Мне же сказали, беги, блядь. А я на месте сражаюсь. Двоих я убил, а их еще двое. И патронов. Следующее здание, я понял. Тактика ясна. Иди отсюда. Ой, ой, ёб твою мать, их здесь много. Мне надо было дверь, наверное, забаррикадировать. Вот так. Но все равно со мной внутри здесь еще двое. Ой, бля. Короче, если я сейчас умру, я буду хоть знать, что делать. Забегаешь внутрь. А, я тут что-то видел. Порох. Ёб твою мать. Пороха много дали, конечно. Спасибо за порох, но смысл мне от него. А мне больше нет. Нет аптечек больше. Их куча. Их тут куча.
Ржавые обломки, отлично. Они сломали эту, они сломали, между прочим. Я могу сделать патрон? Нет, не могу. Все, бежим. Бежим, 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 бежим. Вот так сюда, да? Ржавые обломки. Куда-нибудь вылезем сюда. Полным-полно муки. Я не знаю, что мука значит. А ты тут. Хорошо. Ой, огонь. Откуда здесь огонь? Так, ладно. А, нет, я ж патроны не сделал. Сука. А, Дим не перезарядил. Ой, блядь. А как ты ее пережил? Эту атаку. Все, это конец? Нет, это не конец еще. Но следующий тупик — это конец точно. Стрелы какие-то. Откуда здесь стрелы огненные? Фу. Подожди, а я могу сделать себе лекарство? У меня есть из чего делать? У вас что? Нету. Нет реагента. Зато патроны могу сделать. О. Патроны для дробовика. Ну, это лучше, кстати. Так. Трава, трава, трава. А мне реагент нужен, не трава. А я... Сейчас он залезет, я в эту штуку шпаню. Чё он так рычит, блин? Готово. Ой, это какой-то вообще супер здоровый. Да нет, я туда не пойду. Я тут не посижу. Ты посмотри, какой, ну как я с ним сражаться буду? Мне кто-нибудь расскажет, как я с ним буду сражаться? О, наверх. Наверх полезно. Нам нужно занять преимущественную высоту. Ага, и чё там? Ой-ой-ой-ой, я не заметил его. Пошёл нахер, оттолкни его от себя, пожалуйста. Но меня здесь хоть здорово не достанет. Все, два патрона. Больше нет. Один патрон. О, я их двое идет ко мне. А еще и вниз упал. Хоть и наглухо, спасибо и на этом. Все, я умер. Блин, а как мне это пережить? Я не знаю. Хорошая игра, спасибо. Все, умер. А, нет, не умер, кто-то прискакал. Лошадя кто-то прискакал. Что за дичь происходит вообще? Охренеть можно, это чё, блядь? Что это за Дед Мороз такой? Ну все, мне хана, вот он меня добьет, да? Я проиграл. Сейчас он слепой уровень должен ударить. Добрый вечер. Здравствуйте, я понял, ты тут самый главный. Какой уродец, капец просто. И зубы черные, зубы бы почистил, то тут все. Кстати. А, ну мне тупо повезло, да? Мне тупо шарнуло, что они от меня убежали. Это я их победил. Я применил секретное свое оружие. Взгляд убийцы, и они все зассали и убежали от меня. А только кусок руки с собой унесли мой. Бинтиком замотаешь. Ну хорошо, хорошая идея. Бинтиком стоит замотать. Ногу тоже бинтиком бы замотать не мешало. Три пальца осталось из пяти. И ты кто такая, старуха? Эй, постой! Явно не. А, и ворота еще закроют. Мне, короче, ищи, как ворота открыть. Так. Перезаряжаемся. Дали ачивку? Не оборачивайся, говорит. И что там за ачивка? Пережить атаку оборотней. Все, это оборотни. Это была их атака. У меня вообще по ресурсам почти нифига не осталось. И я тут почти все собрал. Зато нашли дробовик. Без патронов. Уже без патронов. Так, ладно. Знаешь что, давай-ка мы на этом моменте нашу серию закончим. А в следующей серии двинемся дальше. Смотрите, что это за такой новый чудесный мир. Спасибо, что досмотрел до конца. Я надеюсь, тебе понравилось, было интересно. Ставь лайк, комментируй, подписывайся. Всего тебе хорошего, замечательного, самого наилучшего. Счастливо, пока и до свидания.